продолжаются работы по устранению разрушений на проезжих частях литым асфальтом, говорится в телеграм-канале Департамента городского хозяйства и экологии. Литой асфальт дорожники используют при ликвидации локальных дефектов. Работать с ним можно даже когда на улице до минус 15 градусов. Прежде всего устраняются дефекты, которые могут повлиять на обеспечение безопасности дорожного движения. В первоочередном порядке данный вид ремонта выполняется на дорогах второй и третьей категорий с интенсивным движением, где пролегают маршруты общественного транспорта, а также на покрытиях мостов и путепроводов. В музее имени Алабина открылась выставка «Хлебная лихорадка», сообщают в телеграм-канале городской администрации «Вести с Дворянской». Она посвящена тому, как зерновая индустрия в 19 веке сделала Самару крупным и богатым городом, а Самарскую губернию – краем пшеничных полей. Посетители увидели мельницы, элеваторы и амбары в соразмерном человеку масштабе. Проект реализуется победителем конкурса «Креативный музей» благотворительной программы «Музей без границ» благотворительного фонда Владимира Потанина. Содержание и ремонт жилого фонда, восстановление асфальтового покрытия – эти темы обсудили в администрации Самарского района на личном приеме граждан. Совместно с представителями заинтересованных служб и жителями рассмотрели вопросы и выработали пути их совместного решения, говорится в телеграм-канале. Все вопросы взял на контроль глава Самарского внутригородского района Роман Радюков. Новое мобильное приложение ГИС ЖКХ «Госуслуги Дом» поможет собственникам квартир решать все вопросы ЖКХ через смартфон, напоминают в телеграм-канале промышленного района. Для работы потребуется учетная запись госуслуг. Через приложение удобно изучать отчет о работе управляющей организации за прошедший год. Ссылка для скачивания мобильного приложения опубликована в телеграм-канале района.